Мы отлично понимаем, что эта среда развивается. Ребят, расскажите о планах, пожалуйста. Я уже 8-й раз это говорю, Дима или Руслан, потому что это интересно, и мы сейчас немножко зрителям объяснили вообще что-то про этот рынок, они, может быть, что-то поняли. Идеальная картина – это когда есть одна модель, когда, где мы можем посчитать охват и частоту телевизионной аудитории в стандартном телевизоре, в дополнение к этому, что мы получаем в видео в интернете. Желательно в совокупности. Все абсолютно. Да, в единой, в единой модели. Есть, в единой модели. Дим, то есть есть несколько. Нету такого инструмента. Но эти инструменты разрабатываются. А сколько они еще будут разрабатываться, примерно? Чуть дольше, чем примерно. Ну, 2-3 еще займет, наверное, один. Смотрите, этого нет еще даже, этого нет. Вот идеальной модели нету даже, если мы посмотрим на сильно ушедший вперед, там, не знаю, английский и американский рынок. Этого вот идеального инструмента, о котором мы говорим, нет даже там. И еще раз, это не вопрос разрабатывания алгоритма. Нет никаких проблем с алгоритмом. Как это сделать на уровне технологии, понятно. Вопрос, на самом деле, более сложный. Эти измерения, это некоторая интеграция в работу агентства, в работу соцхаусов, в работу средств массовой информации. Вот вопрос некоторого замкнутости этого круга является некой задачей. И это стоит, к сожалению, довольно больших денег. То есть этих денег нет не только у нас, этих денег нет нигде в мире. Нет уверенности в том, что построение этой модели настолько необходимо, что оно будет стоить столько денег. Соответственно, это вот вопрос. Вот. Но вы же сами только что сказали, что, допустим, в интернете мерить дешевле. То есть как только это переползет в интернет, это станет дешевле. Ну, смотрите, в интернете это измеряется уже сейчас. Вот то, о чем как бы говорили коллеги здесь, о том, что какая идеальная модель для рекламного агентства, для соцхауса, для рекламодателя. Mm-hmm. Он может сопоставить и быстро посчитать суммарно накопленный охват. В конечном счете, то, о чем мы говорили абсолютно здесь все. А что зрителю, что рекламодателю? В определенном смысле все равно, через какой, условно, все равно, через какой носитель, если мы говорим про недалекое будущее, будет доставлен его ролик и будет показан его, соответственно, какой-то месседж, который он хотел сказать. Пока вы это не складываете, то, что зритель посмотрел в интернете, и то, что он посмотрел по телевизору, почему не складываете? Потому что это разные метрики. Это разные метрики, раз, это разные модели продаж, два. Вы не продаете в интернете и в телевизоре одно и то же. Ну почему? Если у нас идет один и тот же контент в интернете и в телевизоре, кто-то его смотрит по телевизору, кто-то его смотрит... Вот это как раз есть ключевое непонимание, то, к чему вот я пришла на практике. Что я тоже думала, что телевизор это одно, интернет другое. Когда я поняла, что просто есть некий телеканал «Дождь», который можно смотреть в интернете, как телеканал, просто он идет в интернет через iPad. А ты можешь его через телевизор, в этот момент возникает необходимость все-таки измерения этого как телевизор. О чем пытается сказать Руслан, это соотношение инвестиций, которые нужно сделать, и эффект, который ты получишь. Когда нужно вложить там, не знаю, 100 рублей, чтобы сделать эту модель, а эффект мы получим там, на 50. Почему мы радио не исследуем так, как телевизор? Потому что спрос... Ну, радио 5%. Да. 4. А. Ну, 4, да. И она так везде по миру, и теоретически можно построить гораздо более сегментированное и углубленное исследование радио, но оно будет стоить непропорционально больше. Но интернет же растет, развивается. Ну, так с интернетом не смотрение. С измерением. Так нет, вот это смотрение телевидения в интернете. Ну, растет, так, да. И измерения там измеряются. На сегодняшний день там, например, площадка Рутюб прекрасно измеряется, да, и видео с точки зрения опять же... Так возвращаясь к консолидированной цифре, если я потребитель телеканала «Дождь» или «Первого канала», или канала РБК, то я его могу смотреть у себя в телевизоре, и, возможно, я попаду в тот самый пиплметр. Я его могу смотреть на iPad, смотреть как телевизор, и я могу так далее. Сейчас вы говорите, везде есть разные методы измерения, мы меряем разные площадки. Да. Соответственно, вот эта необходимость, вот в этой консолидированной некой единой валюте, она очень нужна именно для тех. Пока не готова, она, к сожалению... Она вообще в работе или это... Да, она готова. С точки зрения логики... Так готова или не готова? Вы подождите, за одну минуту сказали, Подождите, она готова. Что значит... Давайте разберемся, что такое, что мы разрабатываем. Так. Каким образом сделать суммарный расчет? Задача решена. Угу. Вопрос внедрения этой системы и себестоимости этого проекта. То есть система есть, но мы ее пока не внедрили. Мы ее не внедрили, и мы не уверены, что мы будем ее внедрять по той самой причине, что если мы посмотрим на как бы рынок телевидения целиком, доминирующими игроками на нем являются те самые большие каналы. А экстра вклад, который есть для канала НТВ, для Первого канала, для России, от его смотрения в телевидении, измеряется сотыми долями. В интернете. Ну, то есть, строго говоря, если мы же не можем, строго говоря, строить, и рекламодателю не будет интересен проект, который построен специально для канала «Дождь». Но там некая индустриальная история. Ну, теперь то есть, смотрите. Если еще несколько каналов возьмут такую модель, то тогда просто будет... Мы немножко слишком быстро бежим вперед, потому что если мы посмотрим на очень развитый английский рынок, где вещание BBC в интернете играет некоторую роль, наши коллеги
коллеги, наша же компания TNS только сейчас стартует первый пилот в Великобритании, смысл которого показать кумулятивную цифру. Это при том, суммарно накопленную цифру, померенную с помощью пеплометров, с точным смотрением BBC в интернете. То есть все-таки кто-то при том, что стартует первый проект, английский рынок. Английский рынок. Чтобы это делать на базе, соответственно, телесмотрения, да, весьма конкретного контента. Английский рынок, где, я на секундочку напомню, доля затрат на рекламу в интернете больше, чем доля затрат телевизионных рекламы в телевидении. И это только там сейчас первый шаг. И у этого есть, опять же, обоснование, потому что технологически это не так просто, как кажется. На это есть довольно большие затраты, и это некая задача, которая, на самом деле, решается не так. Ну, то есть вот, ну, опять же, на уровне идеи, поймите, как, знаете, как атомная бомба. Как она делается, рассказывается в школе. Дальше выясняется, чтобы собрать ее, нужно, так сказать, довольно много-много дополнительных условий. Вот. В какой школе учился? Это такой вопрос, чтобы сбить. Физико-математический. Нет, да, посмотри. И когда будут исследования? Возвращаясь назад, как сделать такую модель, вам расскажет представитель любой исследовательской компании. Вопрос, когда она будет сделана, это вопрос в меньшей степени ко мне. Это вопрос консолидации рынка, некой договоренности, которая касается рынка. И будет ли она иметь смысл? И будет ли она иметь смысл? Поскольку технологии, они очень быстро развиваются. Сейчас, как я понимаю, TNS сам в это инвестирует, да? Пока мы не занимаемся, мы делаем много-много-много разного рода исследований в этом направлении, тратим на это силы и деньги, мы ввезли новые железки, которые могут измерять вообще любой эфир, где бы то ни было, включая там рестораны, бары, спортзалы и так далее. Вот они сейчас. Мобильные телефоны. Ради бога, все что угодно. Звук. Тоже мерится? Да. Мы ставим новое программное обеспечение, которое позволяет измерять видео в любом его варианте. Мы двигаемся в этом направлении. Но это как бы некоторые шаги, которые исследовательские, которые... Я еще хотел добавить, что второй момент важный, это другая сторона, это интернет-площадки крупные, да, потому что сегмент развивается настолько быстро, и то есть они видят, что их модель текущая, она очень хорошо работает. То есть доля интернета растет, абсолютная величина очень сильно растет. То есть, ну, что-то должно серьезное произойти, чтобы они задумались, давайте менять модель. Потому что изменение модели, ну, это такая серьезная вещь. Опять же, смотрите.